Наградить званием «Почетный гражданин города Сочи» известную сочинскую теннисистку Елену Веснину предложил глава курорта Анатолий Пахомов. В итоге за кандидатуру олимпийской чемпионки депутаты городского собрания проголосовали единогласно. Она настоящий патриот России, любит город Сочи и всячески способствует тому, чтобы город развивался, а продвижение курорта, оно еще зависит и от того, что постоянно называют, где, откуда человек, вот, и когда говорят «Веснина», все знают, что это Сочи. Это здорово, правда? Памятный знак, к слову, золотой, и удостоверение почетного гражданина города Сочи Елене Весниной вручили при участии городской общественности. Сочинцы поблагодарили Веснину за участие в спортивной жизни курорта. Елена – единственная олимпийская чемпионка, которая проводит мастер-классы для юных сочинских теннисистов. Это безумно приятно – стать почетным гражданином своего города. Я стараюсь прославлять наш город. Я надеюсь, что у нас в будущем будет еще много чемпионов, олимпийских чемпионов. И мой пример самой обычной простой девочки из города Сочи вдохновит и поможет и родителям, и детям верить в себя и идти к своей цели до конца. Спасибо вам большое. Спасибо. С недавних пор в Сочи проходят не только мастер-классы Весниной, но и кубок по теннису имени олимпийской чемпионки. Но это еще не все, уверяет Елена. Она и дальше планирует не просто прославлять родной город, но и развивать здесь большой теннис на самом высоком уровне. У меня очень много планов, и все они связаны с городом Сочи. Я бы хотела открыть академию тенниса, чтобы у нас именно в самом городе Сочи, чтобы у нас были и теннисные корты, и многофункциональная база, где можно было и тренироваться, и восстанавливаться. И как раз будем с Анатолием Николаевичем обсуждать этот вопрос. Благодарность глава города выразил и родителям Елены. Как известно, первым тренером сочинки был ее отец. Самой же Весниной пожелали новых спортивных побед. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.